Приветствую тебя. Это обзор от Mob.org и я Трэш. Прошу прощения за мой тон, но того требуют рамки атмосферы. Сегодня мы рассмотрим шедевр пятигодичной давности, появившийся в маркете на минувшей неделе. Limbo. Настоящий Mario Noir. 2D Dark Souls и по праву заслуживающий название 50 оттенков серого. Если ты не познакомился с данным тленом ранее, то я настоятельно рекомендую данный продукт как средство против хорошего настроения и спокойного сна. Перед тобой пазл-платформер с элементами survival horror, протагонистом которого является маленький безымянный мальчик, который пробудился посреди леса на краю ада. Дело в том, что ради поиска сестры мальчик вошел в лимб, где ему, по всей видимости, не рады. Для тех, кто не в курсе, лимб – это состояние или место пребывания не попавших в рай душ, не являющийся адом или чистилищем. Как вы, наверное, догадались, в таком месте найдется место не только для маленького мальчика. Люди, встречающиеся на пути, будут пытаться убить вас, либо причинить вам боль, расставляя смертельные ловушки на пути. А монстры и огромные насекомые будут охотиться за вами, заставляя спасаться бегствием и решать головоломки прямо на ходу. В игре великолепная задача, основанная на физике, прекрасная стилизация, незабываемая атмосфера и удобное управление. Limbo – это платформер, пропитанный холодным минимализмом, напичканный кучей садистских головоломок и разбавленный мягкой анимацией, не отпускающей игрока до конца. Он словно страшный сон закрадывается холодным осколком в сердце и остается там навсегда. Пожалуй, на этом у меня все. Если ты доволен, то ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Хотя что это изменит? Это был обзор от Mob.org и я Трэш. Может быть, еще увидимся.